Я вітаю глядачів каналу Миколаївця. Програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах в прямому ефірі ми спілкуємося з юридичних питань. І сьогодні я представляю гостей нашої студії Катерина Середенко, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги другого Миколаївського місцевого центру з надання БВПД. Вітаю вас, пані Катерина, і хочу представити Маргариту Пархоменко, директора Миколаївського фонду «Любисток». Вітаю вас. Добре. Дякую, що сьогодні з нами і будемо говорити на актуальну тему. Я, шановні глядачі, хочу вам сказати, що це буде тема торгівля людьми, юридичні поняття, як протистояти цьому явищу, негативному явищу в нашому суспільстві. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон буде з'являтися на ваших екранах, тож ви можете приєднуватися до нашого спілкування. Отже, на початку програми давайте, пані Катерина, нагадаємо, що ж таке все-таки безоплатна правова допомога, кому вона надається, де її, власне, можна отримати. Безоплатна правова допомога – це правова допомога, що надається державою за рахунок державного бюджету України або місцевих бюджетів. Надання безоплатної правової допомоги – це соціальна програма уряду України, що гарантує кожному ефективний захист своїх прав. Відповідно, безоплатна правова допомога, вона поділяється на первинну та вторинну правову допомогу. Первинну правову допомогу можуть отримати усі особи, які перебувають на території України. Тобто кожен може звернутися до центру з надання безоплатної правової допомоги та отримати правову консультацію та також отримати допомогу у складанні непроцесуальних документів, тобто у складанні скарг або заяв. В свою чергу, вторинна правова допомога включає в себе здійснення представництва інтересів особі в суді, в інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами. Також вторинна правова допомога включає в себе складання процесуальних документів. Таку допомогу можуть отримати особи, які зазначені в Законі України про безоплатну правову допомогу. До таких категорій можна віднести осіб малозабезпечених, особи з інвалідністю, діти, позбавлені батьківського піклування, також ветерани війни, учасники бойових дій та внутрішньо переміщені особи. Відповідно, в Миколаївській області працюють три центри з надання безоплатної правової допомоги. Один з них знаходиться в місті Вознесенськ та два в місті Миколаєві. Відповідно, я пропоную звертатися за правовою допомогою до другого Миколаївського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою Космонавтів 61. Також ви можете запитати інформацію за телефоном 44 54 60 та за гарячу лінію 0800 213 103. Ну, я так розумію, що центри працюють із громадськими організаціями. От у нас, власне, в студії представник громадської організації «Любисток», пані Маргарита. І говоримо на тему актуальну торгівля людьми. Давайте так, чому, власне, ми її сьогодні обговорюємо? Можливо, дата наближається, якась відзначення або привернення уваги до цієї дати. І наскільки актуальним вона є, ця тема? Вона є? На сегодняшний день, конечно, к сожалению, торговля людьми остается актуальной проблемой. Это преступление 21 века, преступление, которое вызывает возмущение на сегодняшний день у всего человечества. К сожалению, в ситуацию торговли людьми попадает действительно очень большое количество украинцев. И по статистике различных международных организаций, структур, сегодня Украина является лидером Восточной Европы по выявленным пострадавшим торговле людьми. Если брать 2016 год, то общественными организациями, по данным Международной организации по миграции в Украине, выявлено, идентифицировано и предоставлено разные виды помощи 1151 человеку. На сегодняшний день, к сожалению, основной страной, которая является, так сказать, поставщиком жертв уже торговли людьми, остается Россия. Я могу сказать, что на сегодняшний день это 67% лиц, которые были в ситуации торговли людьми, они вернулись из России, Российской Федерации. Дальше следуют страны, 17% это страны Европейского Союза. Вот. Ну и очень большое количество людей, это
около 14%. 14-15% – это граждане, наши соотечественники, которые возвращаются из Польши. Как мы отмечаем, как мы определяем, отмечаем, наверное, да, даты, которые связаны именно с борьбой торговли людьми, с выявлением жертв торговли людьми. Значит, у нас в Украине, ну, на самом деле, существует множество дат. Но у нас принято нашей всеукраинской коалиции с организацией по предупреждению торговли людьми три основные даты, которые мы, как правило, в Украине проводим одновременно. Значит, это 30 июля, Международный день борьбы с рабством. Это 18 октября. Это Европейский день борьбы с торговлей людьми. И 2 декабря. Это тоже в рамках 16 дней против насилия. 2 декабря является днем борьбы с рабством, з торговлею людьми. Зрозуміло, такі юридичні, напевно, обов'язки, глобальні юридичні обов'язки прийняті на міжнародному рівні, і Україна приєдналася, так, до привернення уваги до цієї проблеми. Давайте, пані Маргарита, скажу, давайте уточнення. Що взагалі таке поняття торгівля людьми? Хто має бути, ну, хто є жертвою? Які є юридичні акценти цього поняття? Конечно, есть определенное международное определено, которое международная конвенция ООН, то есть это основной документ, который определил понятие торговли людьми. Вот, то есть это человек, против которого совершены определенные действия, вот, определенным способом. И самое главное, что, в общем-то, целью всех этих действий была цель. А цель – это эксплуатация. То есть, что это значит? Если человеку предоставили какую-либо информацию, заведомо уже неправдивую, лживую, и эта информация была связана, допустим, с работой, да, то есть с каким-то заработком, с каким-то определенным, какими-то другими, скажем, привлекающими внимание человека условиями, то есть это, возможно, проживание бесплатное, проезд бесплатный, предоставление возможности бесплатного оформления документов, что еще, предоставление питания, возможно, да, там, медицинской помощи, обещают, что будет какой-то договор. То есть любым способом, да, то есть привлечь человека, чтобы он дал согласие на эксплуатацию. И на самом выявляется деле. Все, да. Вот. Но так? Это на самом деле является завистью. Да, то есть как бы заманухой такой. Вот. Когда человек, в общем-то, приезжает на место, то оказывается, что, допустим, и зарплата, в общем-то, совершенно не такая, или если вообще ему платят. И условия труда не соответствуют совершенно тем, о которых говорили. И объем работы, и время работы не соответствует вообще никаким нормам, не говорю уже о том, не говорю о тех обещаниях, которые человек слышал. Ну и самое главное, что, в общем-то, человеку или не заплатили вообще деньги, да, или заплатили не оплата не соответствовала выполняемым затратам выполняемых работ, то есть намного меньше, скажем. Иногда люди вообще попадают, допустим, в кабалу, где они вынуждены работать только за еду, за проживание и вечно должны. Ну, власне, на ефір ви зараз принесли такі наглядні пособия, посібники і флаєри, можливо, які роздаєте в діяльності своєї. І я так читаю, зі торгівлі людьми визначається це форма сучасного рабства, порушення прав людини. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, які права має особа, яка постраждала від торгівлі людьми? Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації з заявою про визнання її такою особою, що постраждала від торгівлі людьми. Також ця особа може звернутися до Національної поліції з метою захисту своїх порушених прав. Також така особа має право на одержання медичної, психологічної та правової допомоги безкоштовно.
Також хочу звернути увагу, що така особа має право на тимчасове розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, також безкоштовно. Якщо особа, яка постраждала від торгівлі людьми, є особою іноземцем або особою без громадянства, то вона також має право на безкоштовні послуги перекладача. Пані Маргарита, наскільки часто звертаються до вас люди з конкретною історією? Я бачу, тут також є написані конкретні історії людей, які потрапили от, власне, в такі ситуації. Ну, наскільки часто, мені трудно сказати. Ну, люди обращаются, конечно, обращаются просто получить информацию, да, то есть вообще как бы люди сами себя очень крайне редко идентифицируют как жертв пострадавших от торговли людьми. Почему? Не знают, не хочут. Почему такая реакция? Это действительно непростой вопрос. Непростой вопрос, он связан с теми травмами, с теми, в общем-то, наверное, правовым нигилизмом, которыми, к сожалению, наше общество поражено. И мы действительно не знаем прав своих, многих. Вот. А закон Украины по противодействию торговле людьми, который, в общем-то, является свеженьким, и он был принят 20 сентября 2011 года, всего лишь. И этим законом предусмотрено право граждан, которые действительно считают себя пострадавшими, ну, во всяком случае, можно обратиться, да, за консультацией. Ну, а принятие решения, является ли человек пострадавшим от торговли людьми или нет, это уже прерогатива, скажем, Министерства социальной политики, которое принимает это решение на основании тех документов, которые готовит ветповедальная особа, которые определены при всех управлениях и департаментах социальной защиты населения. Вот телефоны. Так, телефоны, да, еще. Да. Куда человек может обратиться для того, чтобы получить, ну, во всяком случае, необходимую информацию, консультацию. Кроме этого, я могу сказать, что в нашу организацию тоже можно, и люди обращаются, да, тоже вот на этих буклетах есть наш номер телефона. Дальше есть номера телефонов национальной горячей линии. Это 0800 505-501 и 527, телефоны бесплатные, 0800 это с городских телефонов, 527 это с мобильных телефонов всех операторов, мобильных телефонов всех операторов, которые работают в Украине. И во всяком случае, вот по телефону нашей горячей линии, нашего телефона организации и телефона национальной горячей линии, я могу, в общем-то, гарантировать, что люди, обращаясь за консультацией просто, гарантирована абсолютная конфиденциальность. То есть никто не будет выпытывать, допрашивать, стараться получить любым способом информацию о личности человека, который, в общем-то, можно идентифицировать, да, по этим параметрам. Вот, на всяком случае, человек может узнать, куда обратиться и на что он имеет право. А на сегодняшний день законом Украины, то есть тем лицам, которые имеют официальный статус, это при обращении в Департамент социальной защиты населения. Вот. Только туди надается, да, официальный статус, призвернутый. Да, да, да. Они имеют право на действительно комплекс бесплатных услуг, и кроме этого предусмотрена материальная помощь, которая сегодня равняется 3 минимальным зарплатам. Ви назвали кілька країн, от ми почали розмовляти Росія, Польща, да, де, власне, на якій території може людина стати жертвою торгівлі людьми. Які ще можна країни назвати? І, можливо, по конкретних випадках звернути увагу, власне, на випад, на приклади? Мы говорим о странах, то есть на сегодняшний день статистика Международной организации по миграции определяет 60, больше 60 стран, где были выявлены пострадавшие от торговли людьми, и, ну, это практически весь земной шар. 60, да? То есть, краин, 60, да. То есть перечислять я, к сожалению, не могу. То есть я называю те страны, допустим, да, где люди... Ну, для украинцев наибольшая зона рызыку. Но когда очень долго и для многих, к сожалению, существует такой стереотип, что если торговля людьми, то обязательно надо выезжать куда-то за границу. То есть на сегодняшний день
Во всяком случае, я могу сказать, что и по данным Международной организации по миграции, а у нас статистика еще более как бы высокая, граждане Украины от ситуации торговли людьми страдают больше в Украине. То есть вот у нас, например, на сегодняшний день, я могу вам сказать, что 80% пострадавших, которые мы реинтегрируем в этом году, это люди, которые были в ситуации торговли людьми именно здесь, в Украине. Причем далеко не надо уезжать. Это Николаевская область, это Херсонская область, это ближайшие райони і області нашої України. Які обставини змусили вас говорити власне про те, що це на території нашої області відбуваються ось такі факти злочину? Торгівля людьми – це злочин, звичайно. Це преступлення особо тяжке. 149 статтею Кримінального кодексу України наказання за це преступлення предусматриває третьою частю 149 статьи наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового. То есть 15 лет за преступление. Это понятно, что особо тяжкое. То есть даже этой статьей не предусматривается условный срок. То есть по первой части там, например, можливо, так поставлю питання, в яких сферах зареєстровані факти торгівлі людьми? Сферах діяльності. Я поняла, да. В ситуацию торговли людьми можно попасть абсолютно в любом виде эксплуатации. Да? То есть какие виды эксплуатации? Ну, в основном у нас сейчас очень, наверное, чаще всего попадают люди, вот если мы говорим о России, да, то есть средние, допустим, цифры, то есть это люди, которые эксплуатируются на строительстве и сельском хозяйстве, и в Украине в том числе. Допустим, трудовая эксплуатация Польши, трудовая эксплуатация страны Европы, Европейского Союза. Вот. Есть, к сожалению, такой вид эксплуатации, куда в основном попадают это люди, ну, даже, может быть, не в основном, но это, я бы сказала, знаете, такой вопрос, который меня больше трогает и беспокоит. То есть это попрошайничество, куда, где в этом виде эксплуатации страдают и попадают больше дети несовершеннолетние, это люди с особыми потребностями и инвалиды, да, люди пенсионного возраста, вот, то есть люди одинокие. К сожалению. Ну, есть еще, и мы говорим все больше и чаще о таком виде эксплуатации, как извлечение органов с дальнейшей незаконной трансплантацией. Ну, у нас в Украине этот вид деятельности запрещен, то есть у нас трансплантация органов допускается только ближайшим родственникам, то есть это может быть дети, родители, муж, жена, все. То есть двоюродные тети, бабушки и дедушки уже исключаются. Вот. Поэтому с целью извлечения органов, к сожалению, наши люди попадают именно, вывозят их в другие страны. Чаще это Азербайджан, нам известные, да, были Израиль. И тут, конечно, я хочу сказать, что очень сложно выявлять пострадавших от торговли людьми, вот, потому что как мы можем определить с вами, мы же не видим, чего у человека не хватает, где у него шрам находится на теле, правильно? То есть тут компетенция, конечно, наших партнеров, которых мы тоже вовлекаем именно к процессу выявления пострадавших от торговли людьми. Тут ви зробили такий наголос, ті, хто виробляв ці наочні посібники, це твої гроші не допоможуть, а лише збагатять тих, хто збирає їхнє дитинство. І, власне, є телефони кримінальної поліції у справах дітей неповнолітніх і гарячий телефон гарячої лінії. Так, власне, чому такий акцент? Ми навіть, коли ми говоримо про те, що когда мы даем деньги тем, кто просит, это не всегда, далеко не всегда идет на пользу
Вот, и я задаю всегда вопрос, да, когда вы даете детям деньги, куда эти деньги идут? Они идут им на витамины, на игрушки, на питание. То есть куда они идут? То есть по нашим наблюдениям, да, то есть по нашей статистике, эти деньги приходится просто изымать. Это касается не только детей, это происходит действительно у нас на глазах. Вот, когда мы даем деньги, да, и тут же деньги подходят и изымаются. Вот, поэтому, когда мы видим попрошаек, вот, то нужно хорошо подумать, кому мы даем эти деньги. Ще один акцент, коли їдеш за кордон, робота, навчання, одруження, там різноманітні бувають мета поїздок різноманітних, потурбуйтеся власне про власну безпеку. Що має бути, який комплекс ось цього потурбуйтеся про власну безпеку? Ну, прежде всего, я бы хотела сказать, что в любом случае, даже если это официально предложенная работа, на первый взгляд, и вам предлагается договор подписать, то есть все равно нужно проконсультироваться со специалистами. То есть это должен быть юрист, адвокат, который ориентируется в трудовых отношениях. То есть насколько правильно составлен этот трудовой договор, насколько там отражены и защищены, предусмотрены интересы наемной силы, да, то есть именно ваши. И имеются ли там такие пункты, как, допустим, какие-то гарантии, компенсации в случае травм, в случае потери работоспособности, в случае несоблюдения своих обязательств работодателем. Вот, как правило, этих пунктов в договорах нет. Это має бути з'ясовано ще до відправки на території свого міста, свого населеного пункту. Поэтому мы рекомендуем, прежде чем выезжать и принимать любое решение, связанных с работой, и не только с выездом за границу, лучше проконсультироваться со специалистом. Можно получить информацию, опять же, обратившись на национальную горячую линию. 0800 505 501 и 527. Пані Катерина, давайте ще так роз'яснимо, які поради ви можете дати громадянам, аби не потрапити і не стати жертвою торгівлі. Необхідно звернути на основні правила, які повинні громадяни дотримуватись при виїзді за кордон на роботу. По-перше, вони повинні обов'язково переконатися, що дана робота має законний статус. Їм необхідно отримати саме робочу візу, а не туристичну. Також необхідно бути дуже обережним з паспортом. Нікому йому не віддавати, окрім як працівникам посольств, консульств та працівникам пунктів пропуску на кордоні. Також ми повинні пам'ятати, що паспорт – це ваш ідентифікаційний документ, і ви повинні завжди його мати при собі. Якщо ви його загубили, то необхідно звернутися до консульських установ України за кордоном. Також буде доцільно зробити копії всіх важливих документів при виїзді за кордон, тобто страхового полісу, договору, та залишити їх у родичів в Україні. Для чого це робити? Це страховка певна, так? Так, певна страховка. Також рекомендується, якщо ви знаєте, де ви будете працювати, тобто місце, адресу, де ви будете проживати за кордоном, також залишити дану інформацію родичам в Україні не менше 3 особам, щоб вони в випадку, якщо їм необхідно буде з вами зв'язатися за кордоном, знали дану інформацію. Також необхідно записати інформацію організацій, які можуть вам допомогти в випадку, якщо у вас з'являться проблеми. Тобто це консульства України за кордоном, а також різноманітні урядові та неурядові організації. Дякую. Пані Марат, у нас залишається 2 хвилинки до кінця ефіру. Ви можете проанонсувати, власне, ви казали, 30 липня, да, така дата щодо привернення уваги до цієї проблеми. Які будуть заходи відбуватися? Як буде відбуватися, ну, знайомство, можливо, і роз'яснення цієї теми? Ну, мы говорили, у нас была встреча с департаментом социальной защиты населения города Николаева, и мы приняли решение о том, что 30 июля, очевидно, мы будем проводить совместную акцию. Вот что это будет за акция, я не знаю, скорее всего, это будет распространение информационных материалов, какие-то беседы.
Где они будут проходить, тоже пока неизвестно, то есть это пока планы, да? Вот. Но я вам хочу сказать, и, может быть, приглашу сразу всех зрителей, в июле, опять же, возможно, это совпадет и с 30 июля, то есть с днем борьбы против торговли людьми, в Николаеве будет проходить выставка кубов. Она будет размещаться на одной из на одной из центральных площадей. Ну, я думаю, что это будет какой-то сквер или парк, потому что это будет жарко. Мест Николаева, возможно, это будет каштановый сквер. Еще пока мы не приняли решение, то есть надо выбрать такое место для того, чтобы люди, проходящие, проходившие, могли свободно подойти и поинтересоваться, почитать, ознакомиться с той информацией, которая будет размещаться на этих кубах. Поэтому смотрите, слушайте, я думаю, что мы будем проводить еще дополнительную информационную кампанию по о начале этой акции. Акция будет проходить около 2 недель в городе Николаеве. Вот. И я приглашаю всех наших жителей города. Я вам дякую. Дякую за участь у нашій програмі, за розмову на цю актуальну тему. І вам, шановні глядачі, дякую за увагу. На все добре.